Приветствую всех любителей киберспорта, а также подписчиков МОА. Добро пожаловать на финал лузеров турнира по Dota 2, турнира стадии Major, турнира Витебской лиги КМА. Сегодня для вас эту игру прокомментирую я, Гулис Андрей, и также мой прекраснейший гость, игрок Саратовского медицинского университета, первой сборной по Dota 2, Дато Гвазава. Дато. Приветствую, Андрей, приветствую, дорогие зрители. Сегодня наблюдаем игру Рязанского государственного медицинского университета против Оренбургского государственного медицинского университета, и будет неплохой матч, что можно сказать. Да, немножко есть преимущество у команды Power of Players. Ребята из команды МГСУ не захотели играть их матч, поэтому Power of Players пришли заряженными, хорошими, а вот Кундалини, в свою очередь, сыграли против напряженной две игры против команды Play for MPE, это команда из кубанского меда, и одержали там победу со счетом 2-0. Также параллельно у нас был стрим, играла команда Пиму против команды CyberCharge за выход в финал, и в итоге CyberCharge оказались сильнее со счетом 2-0, они закрыли своих соперников, и теперь Пиму ждет своего оппонента. Также очень значимая, знаешь, почему эта игра? Потому что победитель в ней получает призовой, заходит в тройку победителей, где можно забрать призовой фонд, а вот четвертое место, к сожалению, ничего не получает, кроме очков DPC-системы внутри медицинской лиги КМА. Вот, поэтому будем встретить замечательным матчем, я уверен, будет потная игра, и это последний матч на сегодняшний день. Осталось всего лишь три матча, и никогда я не буду так счастлив, как завтра, когда закончится наш прекраснейший двухмесячный турнир. Ну да, наконец-то можно будет отправить всех ребят на заслуженный отдых, отдохнуть самим, в принципе, подготовиться к сессии, кому-то к аккредитации, да, Андрей? Да, да. И уже с новыми силами врываться в следующий сезон после лета, или, я не знаю, возможно, во время лета будут, да, какие-то турниры намечаются? Ну, да, понятно, что медицинская КМА, то есть КМА просто делает профильные турниры, а вот в сезон вернется в сентябре, в октябре. Короче говоря, будем ждать сентября, да. И будем разминаться на медицинском турнире во время лета. Будет весело. Баны стандартные, я считаю, против Кундалини. Убрали Брюмастера Котла. Это два героя, на которых они играли в прошлых играх. Смотрели, ну, и да. Чаще остальных. А вот Пангольер у нас появлялся тоже в прошлой игре. Я думаю, рязанские ГМО за счет того, что не играли предыдущую игру, они наблюдали, скорее всего, за своими противниками на трансляции и приметили этого Пангольера и решили его забанить. Тем временем Кундалини тоже не теряют время, банят, я не знаю, наверное, свой не, мейн Баланар, лайнера, да. Да, Баланара просто сразу в бан, забрали Дума, убрали, чтобы не возникло никаких проблем, видимо, боятся очень сильно этого Дума. Ну и такие, знаешь, герои, которые могут идти месить, Урса, Блудсикер. Поэтому Кундалини сами играют, да, Блудсикером. Да, причем, да, они сами играют на Блудсикере, но, видимо, в этой игре им не хочется его видеть. Хотят брать что-то темповое. Блудсикер может сбивать этот темп. Ну, посмотрим. Пока что сильный пик... Ух ты! Супер сильный пик, я бы сказал, у рязанского ГМУ. Вот только за счет Тэчеса он уже супер сильный. Тэч-четверка, да? Тэч-четверка в исполнении Power of Players? Ну, скорее всего, да, потому что сейчас Undying берут именно на пятую позицию, но, как по мне, Тэч-пятерка тоже довольно сильный. Не дает подойти к крипам просто хардлейнеру противника. Да. Поэтому... Ну, под массой, ну, конечно, лучше Undying отправить, но посмотрим, там все будет по линии, понятно. Тэчес появляется хороший агрессивный герой, наконец-то перестал быть макро-героем. Наконец-то стал, знаешь, таким, так сказать, вот обычным рядовым саппортом в Доте. Все его за это поблагодарили Valve, но с другой стороны убили единственного такого героя, который был уникален. И ну, это, знаешь, теперь... скучаешь да. По нему просто, как бы скучаешь по этим минам, которые взрывают тебя. Да, и хотя у тебя 5000 хп. Балансности. Да. Пакчанский. Пак вообще один из самых излюбленных героев на турнире, несмотря на то, что за наш турнир уже, по-моему, два раза мета менялась, да, с обновлениями. Пак до сих пор входит в топ. Undying и Пак, я бы сказал, вообще герой, который не исчезает, то же самое и Марсик тоже. А вот Снэйфайр мне... Вот Снэйфайр, я, кстати, вот именно за мажор-стадию и групповую стадию и плей-офф, могу сказать честно, что я увидел на всех позициях Снэйфайр. И пятерка, четверка, и мид, и кэрри, и хардлейн. Универсальный сейчас герой Снэпфайр, везде может ходить. На самом деле,
На самом деле, да, Snapfire, она в принципе очень хороша, то есть у нее есть неплохой контроль, если печенькой попадешь. Ультимейт, если она встанет в хорошую позицию, это замедление, очень много урона. Это даже если ее просто пикнуть на саппорт позицию. Если она играет в каком-нибудь миду, там, я не знаю, или на керри, я видел ли ты ее на керри, она, скорее всего, соберется через какие-нибудь криты и еще что-то, и с одного спыла убьет пол команды. То есть Snapfire очень хороший герой. То есть, если сейчас посмотреть на пики, мне и пик сверху нравится, и пик снизу нравится, честно сказать. Пака ловить абсолютно нечем. Забанили Дума, забанили Блудсикера, забанили все, что может мешать паку. То есть, какое-то сало, какой-то контроль, там, я не знаю, тот же самый ультимейт и так далее у Блудсикера. Да. Забрали Гримстроука и Снэпфайр. Гримстроук очень сильный. То есть, если он доберется до Аганима, то это супер круто, и вываливается Dead Prophet. Ну, а хард, да, наверное, если... логично. Скорее всего, на хард, но можно и на керри зафлексить, в принципе. Если... Ну, сейчас они посмотрят, как бы у них есть еще... У них, во-первых, last pick. Во-вторых, они сейчас увидят героя. Думаю, подумают. Но, скорее всего, на хардлейн, да, отправят. Ну, нужно сейчас вот думать обязательно. Power Player все-таки, может быть, сейчас мидера открыть. Типа, все-таки керри на last pick оставить. Тамбу пока бить нечем у ребят из команды Кундалини. Нет, есть. Snapfire бьет. А, точно же, Шреддером. Ну, точно. Да. Она бьет тамбу очень хорошо. Я думаю, из-за этого ее взяли. То есть... А в пике сверху, ну... Пока что сильные просто герои на стадии лайнинга, как минимум. То есть с Марсом любого из этих саппортов отправь, он линию должен выиграть. Если краба керри, то сыграть должен в ноль эту линию, потому что тяжело просто убить крабу. Я могу сказать еще один такой момент. Обе команды играют на нагах. Так что я бы не исключал такой момент, что она может появиться тут, откуда ни возьмись. Нага, к самом деле, не такой уж и плохой герой сейчас. Очень много дэмэджа наносит. Сам, ну, если честно сказать, Нага мне тут вообще не нравится. Наверх, как тебе? Не наверх и вниз тоже не нравится. Есть копье Марса, есть Минка, которая взрывает, есть Undying с Дикеем. А Джаггернаут, кстати, не в бане? А-а-а, внизу надо точно банить Джаггером, точно. О, вообще забыл, тоже один из самых популярных пиков. Но это 100% Павлов Плеерс бан, 100% Джаггернаута, вообще даже вот не обсуждается. Да, я думаю, они должны забанить Джаггернаута, потому что весь контроль, который есть у Павлов Плеерс с покупкой БКБ, это уже не контроль. Поэтому нужно убрать такого героя, у которого БКБ встроено, то есть, чтобы не было никаких проблем. Пангольер уже в бане, то есть его бояться не стоит. Ну и верх можно полирнуть каким-то Джаггернаут можно убрать. Вайпером. Вайпером? Да, вчера ну, они не играли, знаю. Ребята. Павлов Плеерс вчера играли как раз. Единственная проблема, нечем ловить пака, то есть арена ему не страшна, копье не страшно, болт не страшен. Единственное, что если Тейчас поймает его своим салом, прыжком, то тогда да, можно будет убить его, но за это время... Как бы тебя не убили за это время, потому что урона достаточно у команды Сил Тьмы. Ой, да, на самом деле с паком вот проблематично, все-таки сейчас, когда вот нет такого направленного контроля. Хотя вообще сложно сейчас пака ловить. Ну нет, да нет, почему? Тот же самый Гримстроук может поймать пака. Ну, кстати, да. О, Вайпер. Не успеет что-то нажать. Вайпер хороший бан. Бан Медузы. Медуза, кстати, тоже хороший бан. Ну, что, получается инвокер наверх. Можно, кстати, инвокера. Да, взять. Инвокер мне нравится. Но вот внизу... Взять инвокера, можно взять... Хотя лучше кэрри, конечно, увидеть. Еще можно взять ДСФ-чика. Да. У них дополнительное чисто... время много. Сейчас вот надо срочно пикать. Есть в рейскин, кстати. Но вот хорошо. Я думаю, вообще без проблем Кундалини взять классического рейскинга. А мне Гуля нравится очень сильно. Тоже подумал. А на Иксе? Ну, Найкс. Даже несмотря на этого андеда, ну, как-то ему плевать немного, если честно. Неплохо, кстати, тоже неплохо. Из арены выпрыгивать на лайне не сильно страшно. Плюс-минус, если фантомка хорошо стоит, даже если она не сильно будет крипов добивать, получит экспо, идет в лес и камбэкнет. Такой герой, который... Главное ему не умирать. Просто не умирать на линии, и все будет у него хорошо. Плюс, я думаю, спейс ему создадут. Тут 4 героя, которые очень хорошо создают спейс.
Поэтому пик очень хороший. И интересно, чем закроют у нас Павлов Плеерс. Нужен мид более-менее. Тоже желательно мобильное, чтобы когда-нибудь шторм не в бане. Шторм, Войд Спирит. Можно что-то из этого пикнуть. Нужно что-то с салом по-хорошему и с контролем, то есть, ну или хотя бы контроль, который может ловить пака, потому что пока что я не понимаю, как можно паку подрезать игру вообще. Ну вот, кстати, Void Spirit нормально ему режет, то есть если его в shift закинуть туда первый скилл, то он ему будет сложно уйти. Кстати, а что ты может думаешь насчет прямо с shift-а? ОД? О, Марс Мидл, Чаус Харт, Дроу Рейнджер. Ну вот они поняли то, что что-то не так, им нужен какой-то контроль, они решили взять дровку с гастом. Ну... А, нет, смотри. Это а, нет, это ЦК мид? Это ЦК четверка, мид течес, хэппи флейк у них. А, мид течес, о, это интересно. Да, Хардлайн Марс. Это очень интересно. Хм. Круто, круто, нет, вот это... Мидовый течес... Переиграли. Это сильно. Нет, медовый течес против пака отлично стоит. Это а что вот собирается течесу на мид в основном? Ну, всякие этериалы и так далее, скорее всего. Я просто не видел давно вообще течесов в миду, поэтому... Скорее всего, да, этериал, он будет прыгать, давать этериал, две минки, героя нету. Ну, посмотрим, посмотрим на его реализацию. Мы сейчас все увидим, нам гадать не нужно. Главное... видеть. Но главное смотреть и интересоваться. Так, ну вот правильно же, да, получается? Я ничего не перепутал. Хотя, подожди, а может быть Чаус Мидл пойдет? Топорик он взял, два Гантлиса со Стрэндж. Нет, получается, все-таки Чаус Найт Мидл. Чаус Мидл, да, скорее всего, получается так. Жалко, я хотел Текис увидеть Мидл. Сейчас но увидим. Придется смотреть на Чауса. Да. Ну ладно, ничего страшного в этом нету, правильно? Да, ребятам да. Хотя вот я был очень сильно уверен, что все-таки Течес в мидл пойдет. Тогда больше он смотрится. Ну, да, Вард видел то, что выходит в топ. Ребята будут забирать две руны в боте. Хороший тайминговый вард. Пак поставил, ребята решили смоки не юзать, из-за этого их заметили. Даже на перетяжке никого поймать не смогут. Просто из-за того, что их уже видели. Ну, кстати, возможно, сейчас из-за такой игры, где лучше выгоднее пойти кого-то найти в лесу при помощи смачков, как раз лучше ходить в пятером, потому что, видишь, как у Дайер, кстати, еще, а ну и у Рейдента тоже руны близко друг к другу находятся, ну, относительно. То есть теперь можно просто законтролить. Да. Ну, одинаково. На самом деле, я бы сказал то, что у Дайер даже они лучше находятся, чем у Рейдента. Да, да. Намного. Ну, опять же, карту доты никак не пофиксишь, пока второго Рошана не добавишь. Да. К сожалению. Но... Вот двумя рунами, да, разменялись? На 2 на 2 руны. Стоят у нас ребята. О, сейчас Undying, к сожалению, заходит сюда. И это, наверное, ФБ будет, да? Для команды Кундалини. Да? О, еще при этом Хардлейнер забирает килл. Да, Хардлейнер. Но это неплохо. А, нет. Это пятерка. Или это Хардлейнер? Нет, это... Да, это Хардлейнер. Что-то я... Я все перепутал. Переигрывают нас. Переиграл сам себя, получается. Я просто не понял, куда бежит фантомка. Я думаю, они свапнулись лайнами, чтобы стоять в боте. Так, ну будем сейчас думать, пытаться что-то сделать. Павлов Плеерс, очень много у них героев. Дровка очень жадная с Чаус Найтом, но при этом ребята так нормально могут наносить дэмэджи. Дэмэджи просто будет нереальное количество у команды Павлов Плеерс. А вот у команды... Ну, как вот у Кундалини пик именно баланснее. Все хорошо, есть и подпуш... Да, есть и хороший дэмэдж на кора. Пак нормально может только с одним Вичблейдом блинком что-то творить. Ну, посмотрим. Пока пики интересно, как будут реализовываться. Наверху у нас Марс с Течесом. Течес четверочка в итоге будет отпугивать у нас Фантомочку против Гримстрока. На миду Пак Чанский против ЦК. ЦК, наверное, вообще все равно, да? Хоть сколько арбы кидай, Сайленс, он слишком толстый. У него 3-5 регена в секунду. Сейчас он себе еще Soul Ring заведет с Брейстером. Но будет очень плотно, ему будет сложновато что-то делать. А внизу у нас дровка вместе с Андайнгом дерется против Снэпфайр и Крабы. Тут нападение у нас опять на Эдика. Но нет, отпускает его. А почему так дикий много дэмэджа наносит? Жесть потому просто. Там уже
потерян 12 сил, он 3 раза попал дикеем, видимо, как. Да, 3 раза уже по ней попал дикеем. И поэтому и нанесло столько урона. Ну, пока что в топе разминают фантомку, привезли фласочку сразу, похилили. Ну, хорошо стоит у нас Марс, 10-0. Да, а теща просто прыгает и не дает фантомке нормально себя, так сказать, расфармить. Сейчас, интересно, по таурам сможешь как-то зинать крипов, вот мага сейчас. Нет, не получилось. Так, и ЦК тоже с паком, кстати, нормально чувствует себя. Вот, к сожалению, на самом деле у ЦК есть... скиллы, которые с легкостью выйдется паком при помощи его шифта. Да, поэтому он пытается развести пака. Кидает болт, чтобы хоть как-то его размять, но как бы после шифта хотя бы. Но это бесполезно, нет смысла сейчас даже тратить ману на это, лучше потратить ману для того, чтобы добить крипа какого-нибудь, и ставится пауза. Также хотелось отметить мне нижнюю сторону линию, что у Draw Ranger и Undying оказывается очень сильная дабла. Я просто тут не вижу, что до 6 левела сможет сделать краба противника. Вообще не вижу. Краба на самом деле может просто застрелять дровку, но проблема... Ну да, проблема как раз таки в том, что Undying, наверное, скачает Soul Reap, будет эту дровку хилить. Но в принципе, краба сама по себе не очень сильная на лайне, именно в плане убивать и убивать. С шестым уровнем, да, у нее появляется экзорцизм, она может и задавить, и лайн подпушить, и, возможно, напасть на героев, а так просто добивает своих крипчиков, иногда донает своих. Поэтому, ну, посмотрим. Пока что все красивенько, да. Агрессии никакой невозможно как-то устроить. На миду тоже там все фармят, на топе. На топе только агрессия от какого-то течеса есть. К сожалению, герой, или к счастью, он вот именно позволяет так агрессивно играть. Я думаю, в топе киллы скоро появятся, на самом деле. А, кто у нас Гримстрок? А, вон Гримстрок. Надо Гримстрока все-таки убивать, фантомку сложновато будет. Хотя она тоже булочка. Нет, фантомку идеально они могут законтролить, на самом деле. Если попадут всеми с полами. Ну там, наверное, надо начинать с копья Марса. Копье Марса, прыжок Течеса, бомбочка. А если был бы Течес мидл и ЦК четверочка? Тогда очень много контроля, на самом деле. Я могу сказать, что ЦК и Марс нормально бы вдвоем стояли. О, вот привязочка. Ну вот. Нападение такое, мини-нападение. Ну это так, чисто. Проверочное. Да, потому что скучно, наверное, стоять. Так, аж как... Течес вообще по игре что будет делать? Он возьмет себе шардик какой-нибудь, да? Чтобы станить при помощи бласта. И будет просто запрыгивать, пытаться кого-то подцепить вместе. Да, шард must have вообще. Я думаю, даже так он все равно купит себе Этериал. В любом случае, если доберется. Ну да. Тут... Потому что Течес сейчас такой герой, на какую позицию ты его не пикни. Если он купит Этериал, он взрывает. Что больно тебе. Причем шард, он тебя, во-первых, оглушит, ты будешь безмолвие из-за бластофа. Вот, нападение идет. Ой, арбу не успеет. Разминочная. Да. Ну, это хорошая разминочная, кстати. А ЦК? А я в топе. Ты в топе? Я про топ-лейн, да. Там нападение шло на Phantom Assassin, и она... Ну, ее не пригвозили просто к дереву, но задумка была прикольная. Там внизу, кстати, поставили у нас там стоун, и, возможно, сейчас заберут, да? Хотя бабка прыгает, но не-не, ее забирают все-таки. Тамбу себя разменяла. Ну, получилось так. Так, а что у нас Течес тут начинает пробивать? Кстати, он сейчас убьет, наверное, да? Убьет, да, он прыгает. А, нет, есть стики. И сейчас Течес... А, кстати, грамотное решение, я бы тоже так сделал бы сразу. Сделал бы просто паут. Ему и нужно это сделать, он сейчас возьмет какие-то айтемчики. И бежит на обратно. А кто быстрее, Течес или Курьер Марса? Курьер Марса. Курьер Марса, ну тогда да. Получается, что ничего забирать не приходится. Своего у Курьера Марса еще фальшстарт. Да. Поэтому все нормально. Так вот, насчет Течеса. И он доберется до Этериала и прыгнет на любого героя, абсолютно на любого из противников. И этот герой будет мертв. Тут нападение в боте.
неплохо разминают у нас Undying, Undying погибает. И, кстати, возможно, еще. Эта дровка 4 левела так много наносит дэмэджа, это просто невероятно. Смотри. Да, это... до нее добраться нужно, если она под печеньку подставляется, то она погибает. Нападение в топе было на Phantom Assassin, неплохо ее пробили. И заставляют ее теперь. Ой-ой-ой. Промазал, да, чуть-чуть. Держаться в позиции. Видишь, очень мерзкий лайн, то есть неприятно. Если в миде у нас все понятно и так, ребята просто будут бить крипчиков в маленький спот и уходить, то в топе и в боте идут зарубы. Но пока что преимущество у Кундалини. Да. Тут вообще что-то давно я не видел, всего лишь 3 килла до 5 минуты. Всегда происходил какой-то экшен, но особенно в предыдущих картах, ну вот... Тут как бы команды две такие. Кстати, по статистике, я вот интересно, я приводил статистику, когда комментировал матч Power Play в первый раз. Короче, у нас есть две самые агрессивные команды, да. Первый из них Cyber Charge, у них 18,5 киллов в первые 20 минут, да, в среднем. А в втором месте Power Players. У них на 3 крипа в среднем меньше, но они занимают второе место как раз. Вот, а Кундалини меньше всех, по-моему, в плей-оффе делает киллов до 20 минуты. Ну вот, я не обновлял статистику после группового стадия мейджора, но вот такая получилась статистика интересная. Нападение в топе на Гримстроука. Да. Будет прыгать? Да, кстати, будет. Копье надо было хоть кинуть, не? Почему не прыгнул? А стики есть стиков у него? Нету. А, стиков нету. Непонятно, почему Текис не прыгнул, и в миде нападение тем временем шло на Пака. Курьера сейчас добить. Да. Да, неплохо. Иллюзии. Но там тем временем Дримкойл еще был потрачен. А в боте у нас наседают на Тауэр. У Крабы еще нет шестого. А вот есть смысл ли качать ультимейт на первом левеле у Death Profit? Ну, то есть на шестом. Он просто тебе мало уже очень. Уже нужно грызть Тауэр. Кстати, мы с тобой где-то не смотрели минуту, наверное, эту сторону, нападение, и у дровки, да? Только сейчас пятый. Так, наверху. И где у нас нападение? В миду только? В миде было нападение, да. Пол тавера уже потерял пак. Очень неплохо отстоял линию. Чаус Найт и пришел. Вот. Тут погибнет дровка, скорее всего, убьют крабу. Да. Стан на 2 секунды. Удар. Ну, ой, как... Отлично. Undying живет. Ой-ой-ой, Undying. Да. Прибивает. Так, на боте. На топе у нас нападение на Марс. Марс тоже погибает. Минус 3 от команды Кундалини. Но пока что, ребята, пока что переигрывать. Это нельзя назвать прям супер переигровкой, потому что они ничего не потеряли с этого. Да, это скорее недоигровка именно команды Сил Света. Ну сейчас как-то странно они подставились, в итоге оказались вдвоем под шестом, под крипами, внизу вышки, под еще крабой и ультимейтом. Ну, сложновато что-то сделать. Вот сейчас отделе, если просто зарядить было бы третий скилл, Дроджи могла бы убить пака, но он пак берет руну зато. Кстати говоря, стакается у нас тройка у команды Сил Света, видимо уже подготавливают почву для Phantom Assassin, чтобы она просто с покупкой... БФ. Да, могла что-то делать. А сейчас, как я понимаю, в основном все через БФ играют, даже несмотря на то, что нет каких-то иллюзионистов или типа того. Да, это очень сильно тебя бустит по фарму. Это очень круто. То есть изолятор на первый не очень сейчас хорошо? Нет, не очень. Ну, наверное, из-за фикса дизолятором. Да, плюс-минус. То есть тебе нужно драться, а ты не можешь драться все равно. Фантомка хоть и такой мерзкий герой, зависящий от крита. Как мы понимаем, там шанс критической атаки не 15%, а все 70%. Угу. Вот. То есть тебе все равно нужно иметь какой-то фарм. Если у тебя пару файтов пройдут неудачно, то это дизоль, он тебе в фарме никак не пробустит. А если ты купишь БФ, то в принципе ты этот дизоль потом купишь за 2 минуты абсолютно спокойно. Со стаками, со всем остальным весельем. Боится подходить фантомка. Нападение идет в миде на пака. Ну такое нападение. Нормально. Все делает правильно. Чаус Найт с этим Дримкойлом он может загангать. С этим Дримкойлом он может загангать любую линию. А так этот Дримкойл тратится у него. Нападение в боте на Андайнга через. Тамбу успеть поставить. Есть смысл? Нет уже. Нет смысла ставить тамбу. И скорее всего упадет тавер в боте, и тем временем еще падает тавер в топе у команды Сил Тьмы.
Размен товарами. Разменялись там, да, разменялись товарами. Неплохо. Мар застрял. Мар застрял, не хочет тратить второй. Ну вот, хоть течи заберет. Да, сломали вышки у нас. И фантомка просто взяла и ушла. Понимаю, что будет проблематично. Но как раз хороший лес у нее. Как мы обсуждали с Давидом до игры, что Дайр сейчас очень приятная сторона. Забалансили ее немножко в Альве. Чтобы спокойнее было фармиться. Так, у нас вот нападение на, ой, на дровку. И заяц назвал ультимейтом. Что-то все мимо идет. Хотя вот залезает ультимейт. Дровка. Кто же первый умрет? И хил-хил. А у Андайнга не было хила. Ну, я думаю, Андайнг заберет. И умереть. За это неплохо. И тем временем собираются пушить, скорее всего, ну, тавр. Нападение просто... на Гринстоука. Хорошее нападение. Должен умирать у него Гринстоук. Нет, не погибает. Тем временем Пак. Попался в Дримкоил, но все еще живет. Все еще живет. Немножко у нас Течис как-то закис. Потому что мог. Ой, хороший выход от Андайнга, убил еще Гринстоука. И продолжает давить эту вышку. Делает телепорт на скраба. Обузит ботл Паку и контрнападение. Но, скорее всего, не убьют его. Ой, как же много дэмэджа краба так наносит. Сейчас просто пол хп Андайнгу снесла. Так и Марс подходит. 1300 у него до блинка. Решил сразу блин себе сделать. Но он тут must have просто. Так, перейдем с вами по нетворсу общему. У нас краба 500 на первом месте. Эх, сделать себе быстрый ульчик. Чаус Найт у нас сейчас делает ПТ. Уже сделал армлет. Фантомка 4600 делает у нас бывчик потихонечку. С тапочком и с арбой. Of Concussion. Пак Свичблейдом тоже делает блинк. Не хочет сразу какие-то тапки делать. Вот и... Так, Масмейт и Блинк, и Дроу Рейнджер у нас даже пока Драгонлэнса не имеет, но зато у него очень хороший левел, кстати. Да, ее еще книжкой сейчас накормят, привез ее книжку Тэтчес, то есть... Так, нападение Чаус Найта, в виду. Ой, не выйдет он, к сожалению, скилл, захиливает его, да, захиливает его Андайн, тут нападение. Дроу Рейнджер умеет еще. Там и он... погибает у нас Краба, и погибнет еще у нас... Да, Чаус Найт погибнет, к сожалению, да. Чаус Найт не погибнет, хороший абьюз армлета. И погибает еще у нас... Пакчанский. Пак. И даблкил забирает Дроу Рейнджер, и еще потеряют Мид-Тауэр. Падение на Марса снизу, будет ли его как-то фокусить. Ой, дает все-таки Марс... арену. Очень дает. Хорошую арену, и, скорее всего, должен убивать у нас. Ты, мне кажется, вряд ли нет, получится. Не убивает. Не хватает просто ему пока что все равно. О. А тут уже и ультимейт заряжает бабка, и... Погибает у нас Марс. Ну, неплохо. Шанс был убить. Чуть-чуть не хватает пока что дэмэджа. И неплохо воспользовалась этим моментом Snapfire. И сбила немного тайминг блинка Марсу. Ну, а пока БКБ не появился у коров. То есть, как раз пока ты не сможешь словить, но остальных четырех персонажей... Ну, и даже если ты попадешь копьем, ты можешь словить, конечно. Да, надо ловить. Просто посмотри, как плохо себя чувствует Пак. Пятый нетворс, общий на карте. То есть уже шестой. Меньше, чем Марс имеет. Нападение на Тэтчеса. Не успевает он нажать прыжок и погибает. Так, тем временем контр-нападение на... Успел нажать сифон. Очень неприятно. Ой, Пак, хоть слушай, Дримкоил дает, но это все, к сожалению, погибнут. Да. Погибает первый, погибает второй. Не та зашел, не зашли игроки команды Павлов Players. Да, плохая контроинициация, просто не получилось, и Марс вторую смерть ловит, и опять отодвигается по блинку еще дальше. Очень неприятно, очень неприятно. Чуть-чуть из-за этого камбэкнул Пак. Сейчас, скорее всего, упадет мид-вышка. Сейчас Шреддер даст Снэпфайр, скорее всего, по вышке. Или не даст, не хочет. Не хочет. Нет? Агрессивно, потому что, ну вот, увидим, у нас так залетает гранатка, тут никуда она не залетела. Просто она дает вижен, когда стреляешь ей. Первый скилл. По тебе? Не, ну просто там кинул в туман войны. Ты будешь видеть? Не попал. Если не ошибаюсь. Если не ошибаюсь, то нет. Ну. Вроде бы нет. То есть она есть. Момент полета может и видно, а так. Скорее всего, нет. Скорее всего, не видишь. Понятно. Поэтому.
Так, Марс у нас имеет уже почти 1100 голды, ему остается всего лишь до блинка, и это может быть очень важным айтемом, который перевернет сейчас у нас игру. Так. Тем временем у фантомки осталось 600 голды до БФа. На 15-й минуте хороший тайминг. Топ-1 нетворс на карте. А дровка вырывается вперед и имеет уже топ-2 нетворс. Просто фармит, и никто не мешает. То есть файт в миду еще немного бустанул ее. Сразу Поэтому будет ей Херикен сейчас. Пай, кстати, делать. Не хочет какую-то яшку вначале сделать. Я думаю, Хюрикен Пайк против Фантомки. Фантомки Пака, да, то есть если Пак не успеет поставить дримкол, надо бы уйти оттуда, чтобы он в тебя его не дал. Поэтому это неплохое решение, я считаю. Хотя и Монта бы тут смотрелось тоже неплохо. Ну, возможно, да, Монта. Ну, не Пусть. Монта, а ну, я говорю, Яша просто, по сравнению с Хьюрикен Пайком, просто увеличивает фарм в начале. Она увеличивает фарм, и, как я понимаю, дровка хочет иногда присоединяться к файтам, и чтобы ее не убивали просто. Тем Ой, временем миду Марс файт. Нападение на разрывает. Марса, ставит арену, пытается убежать, убегает Марс, Нет, все живет, убегает, к нет, убегает сожалению. Марс, Код выживает реинициация. Марс. Ой, как много дэмэджа у Челснайта. Забирает он крабу. Пак не добивает у нас Хечиса, но добивает Пака самого. И еще килл по Хороший очень файт Гримсроку. в исполнении РСГМУ. То есть там, я подумал, в момент, когда Snapfire выжила на своих там 100 хп, я подумал, файт проигран. А это Подставилась что, краба, Рошан? поймали Пака. Это Да, Рошан. это Рошан. Это Рошан, да, конечно. У дэмэджа у них много. Дэмэджа много, иллюзий пока что есть еще. Ну и дефать сейчас нечем, потому что все кнопки отдали. То есть только экзорцизм, но он тебе не сильно поможет. Нужен ультимейт Snapfire, а его нету. Поэтому Табу дефать не будут, оставить. будут просто фармить. Так вот, Хюрикен Пика еще спасает тебя от Мортимер Фиша. Ой, почти. Пак мог бы сейчас прыгнуть, попытаться как-то забрать Аегис, но решил не рисковать. Тем временем фантомочку уже 7800 с БФчиком спокойно фармит. Будет сразу делать дезолятор, потом уже БКБ. Слишком БКБ и имбовый айтем, надо что-то его менять, мне кажется. И он сейчас собирается вообще на всех и всегда. Но это не из-за того, что он имбовый, из-за того, что мета сейчас такая. Тебе нужно собирать просто. Да и плюс имбован он был, когда его можно было пересобирать, Чтобы продать и купить новый, 10-секундочка была. да, чтобы у тебя всегда была 9-секундочка. Поэтому А не знаю, каком сейчас. патче убрали с 10 до 9, вот самое максимальное? Ой, это было очень Очень давно. давно. Год, наверное, 16-й, возможно, 15-й. Я точно не помню уже. Столько изменений произошло, поэтому Что-то мне такое даже не показалось, что это вспоминается. совсем недавно поменяли. Всегда была 10-секундочка. Не, очень-очень. Да, Возможно, вообще понял. не было 10 секундочки, я не знаю. Насколько ты давно смотришь? Потому что я помню 9-секундочку. Потому что 10 секунд, это. Ты считай, весь файт ты стоишь в БКБ, это очень сильно. Да. Так, у нас в вражеском лесу бегает команда Кундалини. Просто пока контролит эту точку, поставили варды, но команда Павлов Плеерс не теряет времени. Там тоже у нас Течес вместе с Челснайтом выфармливает вражеские леса. У него еще 3 минуты Аегиса, но хочет он себе, кстати, сделать Voidstone. Для чего? Voidstone. Для линки? А, нет, для орчида. Да, Орчид, да, он уже купил Орчид. Блин, у него Интересно, лицо не а дима. орчид? Интересно, кстати, выбор. Нужен ли это так сильно Ловить сайленс? Пака. Ну, пака, да, ловить. Конечно, ловить Пака, отдаешь Пака, и он не может уйти в Shift. Ой, И бедный тогда уже контроль гримстрок. появляется. Сейчас на гримстрока надо Так. выйти. Все, Гримстроук погиб у нас. Вот, шард появился уже у Течеса. Раз, два. Все, нету Гримстроука. Крит по 550 неплохо. И за это смоки сразу. И вот теперь Челснайт выходит на второе место. Но вот что мы и боялись больше всего для команды Кундалини, что вот к тебе сейчас будут набирать преимущество у нас в дровка вместе с ЦК. И как этих останавливать двух мейнкоров, я даже не могу представить. Они нажмут БКБ, да, есть дримкойл, конечно, но дровка в этом и прикол, потому что она может настреливать далеко очень. И, кстати, ультимейт бабки просто так, по-моему, юзнули. Проверить, если там кто, но сейчас будет нападение, скорее всего, на двух героев противника. ЦК бежит, но он не может у нас поймать никого. Нужно, чтобы Марс был, Марс вот поэтому уже. смог в никуда. Я так думаю, не ошибка ли фантомки покупать сначала себе дизоль вместо БКБ?
С покупкой этого Дизоли, если ее поймают, она ничего не сделает в файте абсолютно. Ее просто расстреляют. А вот с БКБ она бы смогла хотя бы саппортов вырезать, я так думаю. Непонятно. Так. Ой, хорошо, нападение. Не ожидал, да, не ожидал пак Сайленса. Да. Жирный килл, 565 голды получает. Да, очень сильно он из-за этого бустнулся, почти догнал у нас фантомку. Причем он фармит на самом деле меньше, чем фантомка. Он дал 2 килла и почти ее догнал. Фантомка все это время фармила просто. Купила дизоль уже, привезла себе. Может быть, пушить просто хотят. Да. Поэтому. Ну и вышка сейчас на миду упадет. Ее задинает Undying. Ой, нападение Undying. Все, беру свои слова обратно. И так убивает. Хороший килл от фантомки. Начинают заряжать дизолята. Да, и в боте упал. Тем временем тауэр. Да, только наверху остался один Т1 Тауэр. Остальные все Т1 Тауэра у нас снесены. Ну тут не сказал бы, что краба как-то используется именно для пуша, да, и ультимейт. Тут она в основном для драки их использует, при этом у нее уже БКБшечка есть. Так что у нас изменилось из интересного по айтемам? Мастик БКБ почти, делает. Почти купила БКБ на Дроу Рейнджер. Стало 600 голды ей. БКБ неплохо. У БКБ по-настоящему нужно, да. Вообще, некоторые вообще сейчас ребята просто покупают БКБ first item'ом. Да, чтобы драться. Причем на многих героях я такое вижу, на лине, на снайпере. Просто летит БКБшка, и ты идешь бить. Это все такие герои, которым нужно просто дать встать и побить. Если к ним прыгивают, им нужно БКБ, чтобы продолжить бить. Поэтому неплохой. Неплохой. Да. Айтем. А пак решил не собирать. У нас Blink Dagger первым айтемом. Решил купить Юла. А потом уже, скорее всего, купит Блинк. И смока юзает у нас команда Сил Тьмы. Ну, возможно, нападут на Марса. Марс а, нет, видели. Понимает. Они видели, вон вард на речке стоит, он все узнал. Да, и Марс уходит. Хотя нет, возвращается на ХГ, начинает его замедлять. Нападение, надо поставить арену. Арену хоть... Нет, не дают ему поставить арену, и он просто погибает. Шутил. Да, кстати, хорошо, он откинул, конечно, фантомку, но мне кажется, возможно, надо было просто арену ставить и все. Тут вся команда была вблизи, как-то попытаться без него зафокусить тимфайт. При этом у фантомки не было еще и БКБшки. Фантомка все время вниз уходит. Да, так получил заряд дизоля. Там, кстати, я думал, реально, если он поставит арену, еще можно было бы подраться. Вот, потому что Снэфайр свою печенечку немного в салатик зарядила. Но, в принципе, и так вышло неплохо. Убили Марса, он не успел ничего дать. Чаус Найт будет собирать на Shadow Blade, будет выходить из Rage. Нужна ему момент, который сбивает пассивку, потому что не хочет себе против фантомки собирать какой-то айтем сразу, какой-то по типу МКБ. Поэтому решил начать с чего-то подешевле и плюс полезнее. Блинка у него нет, поэтому надо взять Shadow Blade. Да и плюс не нужен. Не нужна эта МКБ. Есть Draw Ranger, которая может пробить ее. То есть не must have, не must have. А вот Silver must have. Хотя бы чтобы он мог инициировать и не дровку подставлять под удар. И смог юзают, хотят кого-то найти. Нашел крабу. Видим героя. Сигнализирует об этом, да? На как он его увидел, интересно. А, но... Ой, еще инвиз. Ну, сейчас я думаю, да, выйдет у нас из инвиза 4 секунды. Но, к сожалению, время гримстрока закончилось. Почти купила у нас БКБ фантомка. Фантомка очень хорошо себя чувствует в этой игре. 1.05 идет. Без ошибок. Без смертей. Ой, пак дает ультимейт в Марса. Марс дает все-таки арену, но ему можно сейчас разорвать эту цепочку. А, да, не разорвет. Идет нападение. Отличное нападение. И погибает пак. Сейчас Найт начинает ультимейт нажимает. Ну, наверное, просто подпушить. Да, сейчас будут пушить Т2 Тауэр. Глиф имеется у команды Сил Тьмы. Но это им не сильно важно. Даже если они выбьют глиф, они могут все равно снести этот Тауэр. А вот если фантомка увидит ДД, она его не увидит, его заберет дровка, то еще можно было бы и подраться неплохо, потому что БКБ летит. Она уже супер боевая. Один хороший файт, и они камбэкнут абсолютно... Ну как бы они и так не проигрывают.
5 стан в... нажимать БКБ. Нажали, разменяли БКБ на течется. Андрей пытается ТП-шиться. Из он ТП, и дровка просто отходит. Понимает, что ей будет сложновато что-то сделать против фантомочки с Блэкинг Баром. Опа, дает сайленс, ну и все. Сейчас ее вернуть обратно. Смотри, бежит все равно она очень быстро, очень краба. Пришли забрать один табор в топе, видимо, раз уж на то пошло раз. Да, и жаль нет Рошана. Сейчас бы Рошан был бы, я думаю, запросто бы упал. Как раз пять через одну минуту. Ну, то есть юзнула БКБ, 9 секунд, размен на Течеса, ну такой себе размен. Хотя бы ее не потеряли. Вот. Неплохо. Ну и задефали ты один тавр, видите? Так, формально чисто. Хоть ребята, видимо, и не собирались его сносить. Ну пока что равная игра. Плохо себя чувствует Марс, конечно, в этой игре. 0-5-4, но он сейчас будет, наверное, использоваться просто как инициатор, который умрет, даст все спылы. А ребята в этот момент настреляют, разорвут там и так далее. На Марс начинает... Ой, хорошо прибивает. А надо успеть ее включить до БКБшки. БКБ включается, но девач, по-моему, проходит. Нет, не проходит, у него миссы. Мисс, смотри, как фантомка мажет. Нет, все-таки засейвили у нас фантомку. Миссы очень важно как-то включить. В плохой позиции находится у нас Дроу Рейнджер. Поняла это, сразу нажала форс. Погиб у нас Марс, погиб Undying. Погиб и все. На этом как бы мои полномочия все. Ну вышка сейчас доломать. Еще один сильвер. Точнее, пока что первый. Еще нет сильвера у Хаус Найта. Хочется брать себе еще Дроу Рейнджер, чтобы уже убивать эту фантомку. Ну, начало было неплохое, реально. Просто не хватило чуть-чуть урона Фантом Ассасин. МКБ надо делать, все уже точно. По крайней мере, дровки очень нужно. Дровка решила делать себе сильвер. Тоже. Я думаю, это неплохое решение, на самом деле. И урон, и криты, и вырубает пассивочку. А ЦК может... ЦК уже сделал себе сильвер, поэтому... Ему неплохо. И идет у нас в тройку. Сейчас найдет героя, даст ему тычулю. Решил не давать тычулю. Да, конечно, дэмэджа у него просто очень много. Так, и нападение на Рошана у нас идет. Ну, ребята знают об этом, команда сил тьмы. Ой, сил света. И, наверное, будут как-то портить этого Рошана. Сейчас прыгнет у нас через 4 секунды. Ой, хорошо, выбивает он все-таки фантомку вообще из Рошпита. Ну, смотри, что у тьмы. Или нет, нет, или выживет маг... А где краба? А ее нету, все, нету иллюзий также. Так, дается стан. Ой, ее прям... Зачем ты, бабка, возвращаешь ее прям туда, там под двойным она сайленсом находится, сейчас БКБ нажимает. Начинает она сейчас расходиться, фантомка пытается засейвить, фантомочка. Фантомка живет чуть-чуть. Нет, все-таки погибает. Погибает, это хороший очень файт для команды сил света. Сейчас ГМУ... Выиграли Рошана, выиграли файт, отправили без байбека у нас Фантом Ассасин почилить в таверне, попить кофейку. На байбека теперь нечем, нет. Нечем выбивать силом Дайер этого Рошана, и ставится опять пауза, видимо опять лаги. WC, значит туалет. WC, значит туалет. Ну лаги в жизни, значит, получились. Вот. Да, мочевой системы. Это называется туалетная пауза, все нормально. А мы пока, мы знаем, что у вас задержка, дорогие зрители, кто смотрит данную трансляцию. Так что мы вам передаем привет, обязательно поднимайте щиты за ту команду, за которую вы болеете. Напоминаю вам, что формат на встрече Best of 3, так что это только первая игра, так что оставайтесь на трансляции, не забывайте. Также фоловиться на наш канал Gimia Main. И после того, как вы зарегистрируете все каналы, вы хотите нам как-то помочь развиваться, поэтому вы просто можете зайти в мою творческую студию. Ну, не в мою, значит, а в вашу творческую студию. И в вкладке MyGross вбить код, который вы видите на своих экранах, имя нижнее подчеркивание Main. И тем самым часть розыгрышей от Рова и помогать нам развивать дальше наш проект. Вот. И обязательно, если что, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Просто вбивайте КМА, и человечек такой ниндзя, похожий на медика, кликайте и подписывайтесь обязательно. Вот. Турнир. Также хотелось вам сказать информацию, что завтра у нас, помимо Доты, где нас ждет финал лузеров, где ждет команда Пиму, и в финале, где нас ждут CyberCharge, будет также шоу-матч по дисциплине CSGO.
И это будет, могу рассказать, не буду ставить какие составы, но могу сказать, что особенность этих составов является то, что обе команды полностью состоят из противоположного пола. Ну, как интересно, слушай. Да. Вот. Но какие-то команды вы узнаете завтра по-моему, в 16:00. И потом, после шоу-матча, стартует финал минора Мементо Мори из Курского государственного медицинского университета против команды Кубанского государственного медицинского университета. Обязательно приходите, все будет на канале Емия Мейн. Опа, мы бы поесть пойдем. Пошел у нас субординация. Немножко. Да, ребята уже говорят об еде и немножко вот это задумались, Мотат, ребята. мотата, как говорится. Нормалин, нормалин. Неплохо. Ну, туалет это такая, знаешь, даже в профессиональных играх просит куда-то отойти. Туалетная пауза – это лучшее, что есть. А вот эти все Только звуки с интернешнлов остались, и как-то можно приобрести где-нибудь? приобрести нельзя, но есть сезонные звуки, правильно, там от гильдии и так далее. Да, а вот Именно старые. локат мототак нету, к сожалению. Я бы с удовольствием его приобрел, если бы можно было навсегда его оставить. Вообще было бы супер, но, к сожалению, нету. Ну мы ждем, да? Есть информация, что где-то 8 числа, да, должен патч выходить вместе с Да, мы компендиумом. ждем этот патч, потому что я очень сильно хочу, на самом деле, приобрести компендиум. Я очень давно его не приобретал. Сейчас думаю приобрести и начать его прокачивать. Потому что как сдам сессию, сдам все экзамены, появится время, и А у можно нас будет только кто появился? У нас ее Дровка брать. появилась, да? Аркана, еще ждем Вайда. Да, мы ждем Войда. Я думаю, Войд появится. И думаю, появится еще пару аркан в самом компендиуме. Вот мне самое интересное, вот я, например, играю на Джакира много, на Чене, но я понимаю, что эти герои никогда не получат свою аркану. Я думаю, Чен не получит аркану в ближайшее время точно. Хотя, возможно, и получит, чтобы люди как бы хотели получить эту аркану и ради того, чтобы играть на этом герое, знаешь. Интерес. Вот, да, чтобы появился интерес. Но я думаю, Чен точно получит сет. Какой-нибудь эксклюзивный. И какой-то прикольный сет. Вот, возможно, и мортальный сет. Моталочку, Чтобы да, при его какую-то новую получении дать. даже сет, то есть, знаешь, на худвинг есть и мортальный сет. Возможно, и на Чена появится, чтобы интерес пробудить просто у Так, а игроков. кто у нас вообще остался Мы из делаем. персонажей, которые без арканы, очень хотелось бы его получить? Ну, вообще, больше половины, даже больше, я Мне не знаю, кажется, что 70% снайпер. Мне кажется, снайпер без очень аркана. давно, да, без арканы вообще живет. Да, у него много имморталок, но просто герой популярный. Я не знаю, есть много, намного, ну, типа, более интересных героев, на которых хотелось бы получить аркану. Там, я не знаю. Инвокер. Ну, инвокера есть сет. Как бы не сильно бы пока что и хотелось. Я не знаю. Ну, то есть, ну, нужен такой герой, который, ну, его очень много пикает, но у него нету арканы. То есть, был такой герой, это Пудж, но у него появилась аркана. Там. Виспа, если помнишь. У Виспа тоже есть аркана. Ну как его все хотели получить аркану на Виспа, за него голосовали Да. прям. По итогу получили. А я помню Огрмаг против Верки, это какой был? Там Верк Я не проиграл в помню. финале. Но в основном те, кто занимают второе место в розыгрыше на Аркану, потом ее все равно получают. То есть так у нас Да. было. Вот сейчас Дровка же второе Да, то место, есть да? Дровка второе место, да, Спектра выиграла. И кто там второе место со Спектрой был? Войд, если не ошибаюсь, нет. Нет. А, тогда да, Джиггернаут. Нет? Нет, Джиггернаут тоже выигрывал. Джаггернаут выиграл как раз-таки. Так, не помню, короче, кто это был, но неважно. Огр занял первое, получил ужасную аркану. Да. А, тем временем продолжается матч. Все, Ну, да, получил разглагольствовать ужасную. попозже. Тут у нас Да. будет вот известное Рошана стояние.
Но все-таки все, потратили арбу, я думаю, это должно быть. И хотя сейчас, может быть, не ожидает. Хотя крип... Ой, а зачем ЦК свои иллюзии контролил? Он сильно очень понял, Пак куда-то прыгает, он, к сожалению, погибает. Нет, он дает юлу, сосейвивает андайинг, да. Забирает Эгиду андайинг, испугался, забрал Эгиду, подумал, сейчас у нас ее украдут. Ну, решил не рисковать. Да, ну а Шарп поднимает Дроу Рейнджер. Ну, в принципе, ничего страшного, главное, забрали Рошана. Да, забрали Эгиду, получили Шарт. А Шарт? Это второй Рошан. А Шарт кто забрал? Дроу Рейнджер. Дроу Рейнджер забрал Шарт. Он ей прям очень тут заходит. Думаю... Да. Это очень неплохо. В принципе, Шарт у Дровки очень сильный. Ну, Дровка уже очень заряженная. Что мы надрафтили? Просто 16 тысяч. Я согласен полностью. С этим высказыванием. Ну, надрафтили, не знаю, более-менее, я считаю, команду Кундалини могут нормально дальше этим пиком разыгрывать. МКБ. Я не знаю, почему... Ну да, Сильвер Рейдж делает, но надо МКБшку хоть одну собрать на всякий случай. Да, на кого? Какая, зачем им МКБ? Ну, уже собирают у нас ЦК МКБ. Ну, вообще, в принципе, зачем им МКБ, если у них есть два Сильвера на дэмэдж-дилерах? Нет, они, ну, типа, это, конечно, все хорошо, но Сильвер Рейдж понимает, что можно его потратить для другой какой-нибудь тренинсации. Если у вас не будет Сильвер Рейджа, тогда вообще ее никак не пробьете. Поэтому, да. МКБ, да, можно собрать. Вот одно МКБ, я считаю, это правильно, потому что ЦК все равно же в центре замеса происходит, так что он две тычки да, сможет всего, дать. Он будет, скорее всего, будет контролить именно фантомку. Весь контроль, в принципе, должен идти фантомку, потому что она может вырезать, в принципе, всех. Вот. Если вы убьете фантомку, вам уже не составит труда добрать еще двух-трех героев в файте. Причем с хорошей инициацией Марса, возможно, саппорт вообще рассыпется. БКБ, не... БКБ есть у профетки, у Пака БКБ не будет, то есть Пак получит у нас арчит, юзнет Юла и пролетает еще секунды 2-3. Поэтому да, нужно контролить именно фантомку. Фантомку? Да, потому что вот сейчас обидно, что, как мы видели уже несколько раз, Краба просто умирает от одной из тяжки Чаос Найта под его ультимейтом, и это очень неприятно для нее, потому что герою хочется, конечно, пожить, посифонить всех, по ультимейт раздавать, но это сложно получается. То же самое и Пак. Пак дает дримкойл, и по сути он бесполезен дальше. Вот Фантомка единственный герой, который пытается наносить дэмэдж. Ну еще, ладно, еще очень хорошо Снэпфайр много дэмэджа так наносит. Но это как получится, потому что Снэпфайр всегда в центре замеса стоит, там кого-то подсейвить или просто встать. Вот уже 4000 преимущества за Павлов Плеерс, и ребята потихонечку начинают отдаляться своих соперников. Есть Аегис на андайинге, опять же. Есть 18 тысяч на Творса почти у двух коров. Противоположных команд. Да. И там бот-тавер у нас. Не знаю, Краба просто побоялась юзнуть ультимейт, но я не знаю, я бы его уже юзнул. Просто чуть бы пробил тавер, стянул бы сюда всех героев и ушел бы, чтобы как-то... Так, все смотрим, сколько маны стоит ульта Крабы. Веселимся. Так, да, так. Ну, значит... Ни на что не намекаем. Да, все хорошо. Так, а сильно ли... сильно, чем разница... А, только увеличится количество спиритов и бонус передвижения увеличивается у Крабы за счет ультимейта. А, ну и маны стоит больше. Вот есть все-таки проблема. Там полторы секунды страха еще накладывается на героя. То есть там... Я могу сказать, что единственный вот Деспрофит, к сожалению, это вот герой одной кнопки. Так, что у нас тут происходит? Фантом какой-то начинает нападать сама. Вообще агрессивно. В смоках команда подходит, она ничего не боится, убивает быстро Марса, убивает андайинга просто сплэшом, убивает от него Аегис, и тут уже подспевает команда. И очень неплохая атака у нас происходит. Да, убивает андайинга. Нападение идет у нас также на Пака, и погибает еще у нас Тэчис. Господи, на Пака, на Тэчиса. Фантомка так зашла, просто невероятно наверх, и никого не побоялась. Да, еще понравилось, как у нас Андайинг погиб, вообще даже не участвуя в драке. Да, там... Вот был бы у него 20 уровень с этой Эгидой. Да. Две, даже три тамбы поставить, вот это было бы сказочно. Не, ну ты представляешь, он погибает, ставит тамбу, ставит еще одну тамбу, как... и потом еще раз погибает и ставит третью тамбу. И еще одну тамбу. У него же рефрешится тогда реинкарнация же, правильно? Если не ошибаюсь.
Должна, должна. Он же все рефрешит, даже заряды. Ой, Snapfire куда-то захочет, но инвиз равно неуязвимость или нет? Все равно неуязвимость. Дальше начинает бить Grimstroke. Grimstroke тоже очень повеселился. Тут еще и Микробу нападает. Ой, это, я даже не понял, хороший что произошло. Файт, хороший файт в боте. И сразу контратака и неплохой файт. Да, на миду. Ну и это, к сожалению, даже сторона. Нельзя назвать файтом, это просто атака. Да. В одно лицо, в одни ворота. А, две стороны будут одновременно спидпушить у нас игроки? Они могут себе позволить. О, Марс будет сейчас магнитить все удары к себе, чтобы не потерять крипа, не потерять бэкдор, чтобы можно было сносить дальше две линии. Они могут это делать и будут это делать. Дефать сейчас нечем. Фантомка просто... Пак пытается порезать лайм на миду, там очень большая пачка. Тем временем топ-тавр уже упал, падает у нас милишный барак, и упал в миду еще топ-мид-тавр, и падает тоже милишный барак. В топе сторону потеряли сторону в миде. Одна атака, да, две, две стороны. Еще одну? Не, Хотя... Нет, ну тут у нас как бы убийство, как бы хочется. Ой, нападение на Марфа. Дает ему арбу, нажимает ему БКБ, и просто он уже фловы. Жалко, не добили. Надо было остаться, добить. Рано начали уходить. Ну, надо было Марсу хотя бы добить, отдаться, но добить. Ну, я считаю, что наоборот, сейчас все очень хорошо. Наоборот, есть такой момент. То, что вы заберете сейчас Марса, а с него очень много денег упадет. И дай бог эти деньги кому-то отдать, противникам. Лучше дать наверочку, правильно, дождаться третьего Рошана. С аганимом уже. Вот, могут поймать Паха, кстати. Так, находит Пака, но Пак понимает... Ух ты, это Пак сам начинает агрессировать. Ну да, да, просто так он напугал своего противника и отходит. А что он собирает? Он понимает, что нечем его контролить, он юзнет shift, если будет лететь копье. Он пока проклинк сами айтемы, у Течеса ничего. Собирает себе форстафчик Undying с Юльчиком, с Холи Локетом. У Дровки у нас... О, Игл Сонг. Это бабочка уже летит? Да. Бабочка летит? Почти поймали на ошибке ЦК, но он увидел Snapfire, которая вышла из инвиза, поставить вард, и решил не заходить туда. Чуть испугался. Какая богатая Snapfire, в самом деле. Да, 9000 нетворса, почти догнала своего хардлейнера. Да, сейчас сделает еще Lotus. Lotus тут must have item тоже. Silence полностью ЦК. Ну, не под БКБ, конечно, но все равно может на ошибке словить его. Grimstroke начал добираться до Аганима, понимая то, что он ему нужен, просто создать иллюзию какую-нибудь. То же самое ЦК или дровку, которая может просто настрелять. Ну нет, меняет все-таки. Хочет Iron Disk взять. Ну уже да, как бы понимает то, что ему очень много фармить просто до этого айтема. Возможно, он даже не доживет, а в файтах ему жить стоит. Пошел у нас тут Марс бьет. Так, сейчас ЦК юзает нас ультимейт, отправляется его в мидл, как бы побьет он барак. Да, и он добьет барак. Не, я думаю, не добьет. Хотя чуть-чуть осталось, я один ЦК. 14 хп. Опять. Ну, просто прыгнуть, умереть, может кто-то за него. А, то есть сейчас прыгать, умирать, это хорошо, а раньше да. Остатки умеют такой. Не, сейчас да? Не будет. И вообще, а где шарт на ЦК? Не знаю, где шарт на ЦК, где шарт на Марсе. Ну, шарт на Марсе... А, ну, чтоб горело, это, первый скилл? Да, где шарт на Марсе? Может закрыть двух саппортов? Ну, сейчас уже собирает, видишь. Ну да. В принципе, нормально, он уже у него есть. Как странно, вот мне удивительно, что в этой мете, в такой, но относительно быстрой, нету никаких трентов. Есть иногда, опа, смог. Я не знаю, смог ли это последние надежды. Выкупов. Всего два выкупа у команды Сил Тьмы. Так, нападение. Марс дает... Ой, какой Марс хорошую арену дает, но там... Вот, смотри, да. Шарт был бы идеален. Ой, а что с фантомкой происходит? Погибает вся команда, два байбека сразу следует за этим. И тем временем еще два героя погибло у сил света. Но это такой себе размен, на самом деле. Ты видел, какие куски от фантомки отрывала дровка? Просто да, невероятно. Да, да.
под Сильвером. Кровка очень сильная сейчас. Она просто добьет крипов, переложит себе левелер, добьет тавер. Сейчас поймают Пака. Все, смерть Пака. Ой, бедный Пак. Под Буторном. У него, кстати, есть байбек, надо пойти выбить, попытаться. Ну, сейчас и будут это делать, не ждут крипов. Хотя, мы все понимаем, что лучше выйти на Рошана будет, наверное, эффективнее. Сейчас, я не знаю, только прокликают нас ребята, нет. Сейчас он сейчас заберет пачечку в миду и пойдет к команде. Там есть Аганим, а если кому-то Аганим убирать, а то кому бы отдал? У Чаус Найту... Интересно. Утечется... Утечется, кстати, хороший Аганим, мне нравится. У Дровки. Я бы Дровке вдал Аганим, на самом деле, потому что она вносит очень много урона в файте. Но тем временем она бьет только одного героя в файте. Вот. Если она будет стоять и стрелять фантомку, то а она, ты не принципе, пробовал, кстати, и... андайнга с Аганимом? То, что он 10 силы съедает. Ну, это такой себе Аганим, я думаю. Не очень он крутой. Есть намного лучшие варианты, кому отдать. Не, ну Аганим. Это да. Ну, смотри, что оставить, просто делать с вышками. На, ну, начался на это можно еще дать Аганим, кстати, создать иллюзию Дровки, пусть настреливает. Но я бы дал Дровки в приоритете. Плюс Дровка уже купила себе МКБ, как я понимаю. У нее почему-то курьер летит... А, нет, ты Дала скупила. Курьер почему-то летит в их лавку, а не в лавку противника, где... что было бы профитнее. Ну, видимо, собираются смещаться уже игроки. Еще и дабл дэмэдж. В топе заспавнился. То есть идеально все под Рошаном для команды Света. Ну, у них нет вижена там, они никак посмотреть это не могут, к сожалению. Но сейчас кто-нибудь на речку пойдет и увидит. Хотя нет, не хотят даже на речку. Ну, зажата у нас команда Кундалини, ничего они не могут сделать. Нет, нет, они уже собираются идти забирать Рошана, и сейчас после вот этого дабл дэмэджа точно пойдут на него. То есть у Дровки больше дэмэджа, надо ей брать. Потому что Кундалини, они потратили два байбека, потратили байбек на фантомке, и очень страшно сейчас выходить, потому что... Что происходит с Рошаном? Какие куски? Рошан, ты где? Это крип был нейтральный? Это был крип большой, который выпадает айтемы с него. Неплохо. Я понял все. Так, сыр. Вот сыр можно отдать Марсу, кстати, ему будет приятно. Сейчас Дровка, если успеет дать тышку по бараку, то это будет просто жесть. Пока есть еще дабл дэмэдж. Она успеет, у нее 700 урона. Она просто сейчас зайдет. Она увидит сейчас фантом. Даст ей тычку. Ну, фантомка видела ее. А, боится нет, зайти? Нет, нет, надо нет. Заходить. Почему боится заходить, я не понимаю, на самом деле. Ну, все, ДД проходит нас потихонечку. Надо было заходить. Крипы как бы есть. В топе уже подоспели. Ну, и, кстати, можно было отдать бы просто, чтобы вынуть какие-то скиллы на себя. Ну, агрессивно, агрессивно. Не агрессивно, нас играют ребята, но Дровка заходит. Ух ты, вот это фантазм работает! Не-не, все-таки погибает. У нас там нуждается БКБ Марс. Ловит двух саппортов плюс крабу. Крабу пока не выходит. Нажимает на ультимейт, начинает потихонечку дамажиться. Кидается ультимейт по ЦК и по Марсу. Сейчас на ультимейт папки заливает. Сейчас ЦК погибнет, Фирда. Все-таки он погибает. Дровка начинает одна драться против всех. Ну вот у нее начинаются проблемы. И может, не сможет она пробивать у нас крабу. Все-таки ее пробила. Пробивает второго. Минус 4 у нас. Остается одна Дровка, к сожалению. Но при этом... А, еще даже не мега-крипы. Начинает от 30 заряжать. Ну не получится, кстати. Кундалини выигрывают этот замес и даже оставляют у нас один барак. Минус 5. 7000! Офигеть! 7000! Бабка с Паком получает по 2200 просто за тимфайт. Ну Пак очень много сделал с гринстропом. Реально очень приятно для них. Но все равно они потеряли сторону, сейчас все лайны будут давиться, им нужно что-то делать, как-то выходить, искать киллы, сносить товара. Очень тяжелая сейчас игра именно для команды Силтимы. Пак летит уже в бот, чтобы как-то просплитить лайн. Надо байбекаться кому-то, Марсу, нет, на Андайнгу, наверное, точно байбекаться. Хотя он, да нет. Если он байбекается, надо то быть... сразу. Да. Фантомка у нас решилась нести Т2 в миду, это могла бы стянуться, наверное, в бот. Тут уже встают три героя. Ну, я бы их не боялся, честно. Да я тоже. Потому что мы знаем по поводу байбеков. И тут уже встает ЦК через 20 секунд. То есть потеряют они одну сторону, но она им не сильно решает. Да, хорошо, что у нас не агрессирует команда Павлов Players. Понимает, что могут начаться проблемы.
Хотя вот смотри, ребята все полностью отходят, пак у нас не добивает. У нас барак хотя вот прыгает и уходит. Рейндж барак не забирают, все, и надо отойти. Самое главное, забрали мили барак. Больше крипов будет идти, более сильных, поэтому это профитно. Уже, то есть, этот лайн всегда будет давиться. Всегда. Уже нет таких проблем, чтобы его дефать, пока да. ЦК находит у нас Snapfire. Хочет на него напасть, но тут контр-инициация от Пака. Пак. Входит. Хорошая. 100 секунд без байбека. Тайминговый прыжок у нас от Течеса. И погибает у нас без байбека Пак. Просто ДД не хватает. Внизу. Какое это уже третье ДД? Да. Не ошибаюсь. Подряд второе и вообще третье, которое мы замечаем. Как же хорошо сейчас дровки его взять. У дровки сейчас еще больше будет дэмэджа. Да нет смысла его брать, они просто сейчас несут табор. Должны понимать то, что нет байбека, скорее всего. Потому что Пак прикупил себе силовой блинк. Должны это они понимать. Но все равно чуть-чуть боятся. Жду 20 секунд, скорее всего, фантазма, чтобы зайти уже на верочку, забрать его. Дровку, возможно, даже прочекает руну. Нет. Но решает этого не делать. И устройку вражескую. Сейчас там встретится, что ли, на собрании, так сказать, по тайном. И там изнут смоки пытаются как так выйти. Ну не знаю. А, вот фантазм пошел. С фантазмом тут миллион иллюзий. Еще иллюзия Дроу Рейнджер. Все крипту. Видишь, как быстро они распадаются все равно. Нет, ну неплохо пробили все равно. Боятся зайти, боятся зайти. Ну вот дровка идет, ей плевать, она просто идет, дуготнички, все, мега крипы и ушли. Рошана теперь может дождаться. Да, очередного Рошана, просто четвертого Рошана забрать уже силом света и закончить эту игру. Сыр до сих пор есть. А там сыр, рефрешер, да, все прям. Там сыр, рефрешер. Аганим и шарт? Нет, либо аганим, либо шарт, если я не ошибаюсь. А, нет, либо... По-моему, и то, и то. Я давно не убивал четырех Рошанов. Там либо рефрешер, либо аганим. Да. Да. А я думаю, что сейчас вместе будет, не все? Сейчас мы увидим. Ну, только две минуты для возможного респавна быстро Рошана. Может быть, самый дальний тайминг. Ну, ДД. А ДД взяли в итоге? Нет, не взяли. Если бы они взяли ДД, они, наверное, пошли заканчивать уже игру. Вот. Потому что нет байбеков, на самом деле. Ни у Фантомки 2000 голды нужно на байбек, ни у Пака. Они просто улынят. Понимают то, что им этот байбек, ну, не сильно важен тут, не сильно нужен. Рапиру купила Фантомка. Как мы проглядели с тобой этот момент? Ну да, кстати, вот это удивительно. Фантомка с рапирой — это очень сочно. Возможно, как раз этого и не хватало Фантомке. Еще больше дэмэджа. Крит под 4000. Да хоть под все 10. Че нет? Ну, чё, на это можно, представляешь, себе просто... Блин, кидаешь первый скилл и прыгаешь, все, и он мертв. Так, а что у нас бабка слишком далеко заходит? Я что-то не понимаю, что бабка сделала. Сейчас она 3 секунды, да, заходит сайленс и, к сожалению, погибает. Хотя вот прыгает у нас... Ой-ой-ой, я же говорил, что стоит просто отправиться. Так, нажимает на БКБшку, гемы у него оставили, и байбек у Snapfire, но отходит. Я полностью понимаю опасения команды за рязанского ГМУ. Вот если такое чудовище спрыгнет на дровку, дровка еще быстрее у нас распадется. Да, и теперь точно будут ждать Рошана у нас, ребята, потому что без Рошана нет никакого смысла заходить. Я думаю, игра у нас затянется чуть-чуть. Ну, я думаю, да, тут... До первой ошибки, как бы. Да, до первой ошибки. И ошибаться что-то не хочется, да, чтобы не занять топ-4. Поэтому команда Павлов Плэш не будет агрессивно играть. Не чувствуют они такой уверенности. Я думаю, скорее всего, будет файт на Рошане. Вот. Потому что, на самом деле, файт на Рошане решит исход матча. Если силы тьмы заберут Рошана, Фантомку не остановить. Она просто вырежет за первую свою жизнь трех или двух героев. А дальше уже дело просто оставшейся команды. Пока она встанет, хотя бы не сдохнуть. Вот. Не очень много. Думаю, 60-ю минуту ждем, как говорится. Да. Мире очень много у нее дэмэджа, прям невероятное количество. Менять надо даже нейтральная тема, некоторые там заходят на ХГ, либо дерется. Ну вот сейчас думают, еще сатаник собрать, вместо тапка придется, наверное, брать.
Хотя так не хочется тапок отдавать. Дроу Рейнджер? Да. Ну, вообще уже стоит, потому что фантомка сама без тапка. Как бы. Ну, понятно. Ну, дровка прям совсем медленно будет бегать. Все, 365 и Рошан. Через 3 минуты появляется Рошан. Как же это на руку, на самом деле, силам тьмы, чтобы они перегруппировались, отпушили лайны и стянулись под Рошана. Да. Причем есть все кнопки, то есть можно реально хорошо подраться на Рошане. Есть БКБшки, есть все кнопки, есть все, что можно. За это время фантомка еще выформит себе аганим, поэтому будет более живучий в файте. Каждые 10 секунд будет юзать блюр. Это очень-очень-очень-очень хорошо. Причем если еще убьет героя рапирой, это возможно, у нее будет кдашиться блю, то есть ей не сильно страшно будет. Ну потом, да, прийти в замесе все-таки, как я понимаю, сложновато все-таки именно еще и как-то забрать какую-то вот рапиру упавшую, потому что есть проблемы, что тебя фокусят все, кто живой. Собирается смока юзать, ребята. Немного не по таймингу, но они не понимают то, что еще Рошан не встал, и сейчас будут, наверное. Скорее всего. Будут, не будут, будут, не будут, не будут. Да навряд ли, на ХГ стоим, веселимся, никому не мешаем. Но есть пока еще куда расти ребятам, Марс, 23 левел, 25. Хотят отпушить крипов. Все, так. Это они сейчас сделали уже. А что сейчас ты взял, что ты берешь на 25 левеле на Марсе? На Марсе обязательно левый талант. 150 хп? Да, обязательно. Тем временем до Рошана минута, а у ребят опять пушатся лайны, и они не могут их быстренько отпушить. То есть только отпушили, уже подошли крипы по другим лайнам, потому что один лайн пылесосит фантомка, другой лайн пылесосит пак. А третий лайн не успевает запылесосить. А Рошан через минуту уже встанет. Так, по-чански кидает. Так, можно как-то тут его подцепить, но нет. Думаю, нужно юзать. Нужно юзать смока прямо сейчас. Идти и форсить файт. Челс Найт. Стреляет у нас бабка. Не санул по курьеру. Да. Ну, Рошан, вот он появляется буквально 50 секунд, я думаю сейчас... Хотя нет, смоки... Нет, смок не юзнули, это просто нинджигир у нее. Ну вот, да я говорю, вот сейчас интересно догадаются про Рошана, там есть кто проверяет? А, там минка есть, все, шикарно. Стоит, я не понимаю, почему ребята не могут по-быстрому уже отпушить лайны и выйти в смоках. Им нужно кого-то поймать. Все. Они должны уже понимать, что даже с самым быстрым таймингом Рошан встал. Ты прав, без шарда, с аганимом и с шардом.